Якутяне готовятся к большому этнографическому диктанту. Всероссийская акция стартует накануне Дня народного единства 3 ноября. В этом году мероприятие получило международный статус. Проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. В Якутии будет работать 197 площадок. Стать участником диктанта могут все желающие. Напомним, что в прошлом году этнографический диктант написали почти 1000 якутян. Средний балл составил 60%. В итоге Якутия вошла в число 30 лучших регионов страны. В целом будет там 20 вопросов в этом диктанте. Это федеральная часть и 10 это региональная часть. То есть в итоге получаем 30 вопросов. Это опять же новшество этого диктанта, потому что в прошлом году был только федеральный блок вопросов. Кстати, там Якутии было уделено особое внимание. Там были вопросы, посвященные Республике Саха. А в этом году мы предложили ряд своих вопросов. Они уже гарантированно войдут в региональную часть. И плюс вопросы по Дальнему Востоку. Также мы будем наблюдать в этом диктанте. Поэтому мы позволим нашим жителям, в первую очередь, и познавать народы центральной части России и Дальнего Востока.